городского уровня или областного уровня находятся сплошные отговорки. Власти областного уровня покрывают бесхозяйственность и разгильдяйство наших облучинских городских властей. В 2013 году произошла масштабная экологическая загрязнение в районе водоохранной зоны реки Хингаз. При очистке ливневой канализации в городе Облучье, в районе улицы Интернациональная, подрядная организация ПЧ, которая осуществляла подрядная организация ПЧ, значит, осуществила масштабный сброс бытовых отходов в водоохранной зоне реки Хинган в районе улицы Чапаева, что на соседней улице от улицы Интернациональная. Несмотря на то, что данная масштабная свалка была подтверждена органами природнадзора из города Биробиджана, значит, до сих пор виновные не понесли ответственности.